lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh** right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things. Gonna make a f***ing name. I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. I just wanna be greatness. I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. Двигатель 5,7 бензиновый. 400 лошадиных сил, автоматическая коробка передач. Полный привод. Машина 2012 года выпуска. Линех вживую как он есть. Затея облить машину этим интересным антивандальным полимером свербила в голове давненько. Но перед нанесением нужно снимать полностью заводское покрытие, а оно на всех моих машинах было всегда в идеале. Рука одним словом все никак не поднималась. Пока я раздумывал решения, стали предлагаться разные в плане сочетаний цветов, но все никак не получалось. Покупка ремчика полностью нивелировала эту проблему, и я избежал моральных страданий. Обработан он был почти сразу, как куплен, видимо, у предыдущего владельца нервы явно крепче, чем у меня. 2 года, судя по покрытию, прошли успешно, и эта затея себя оправдала. Для сомневающихся выложу крупный план элементов, для понимания, так сказать. Лондхаурн энд Мегачап. Думаю, все будет ясно по фотографиям, почему именно он.
связи с тем, что, на мой взгляд, концепция машины выдержана в жестких рамках и максимально приближена к стоку, то не знал, где же можно хоть что-то поменять. И ведь нашел же. Считаю, что родные гайки на дисках Микки Томпсон смотрятся не очень. Ну и несмотря, что колеса у нас не снимают, под это дело воткнул секретки, так на всякий пожарный. Дуга Гаурайна плюс LED 52 заказ и сборка. После долгих раздумий я решился на небольшую, но важную экстерьерную доработку. Перебрав, наверное, все возможные варианты разных дуг для кузова, я остановился на одном единственном. Ну и по случаю приобрел LED-балку на 52 дюйма 300 Вт. В связи с тем, что в России таких дуг в наличии нет, а уговорить одноклубника на продажу мне не удалось, пришлось это хозяйство тащить из Штатов. На все про все ушло ровно 3 недели. Балка же была куплена в Москве у одной из клубней, Dodgeram Club. Установка выявила ряд нюансов, однако все сложилось успешно и никаких глобальных переделок не последовало. В сочетании с крышкой кузова Backflip получилось идеально. Дуга Гаурайна плюс LED 52 финишное фото на машине. Салон Longhorn. Учитывая начало сезона, решил привести в идеал и без того прекрасный салон. Ну и пока чистил, пылесосил и кондиционировал кожу, то еще раз задумался над тем, что лучше и качественнее сделанного салона в пикапах я не встречал. Минимум кожзама, он ли кожа американского буйвола, умеренно грубой выделки и крайне приятная на ощупь.